В любом из нас крестьянин дремлет. Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит. Как нету леса без деревьев. Как нет деревьев, нет и леса. России нет без деревень. Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница путешествий по родному краю и знакомств Светлана Васильева. Сегодня продолжу рассказ о своем визите в Строгокрасненский район. В деревне Новоселье, на берегу живописного пруда с лебедями, в беседке я познакомилась с интересной компанией. Навскидку, каждому из ее участников лет по 60. Они, как и я, ждали поезд на Псков. Мужчина, такого солидного вида, представился Юрием. Женщины, одна из которых Тамара, как оказалось, одноклассница Юрия, а вторая Людмила – жена. Здесь, в Новоселье, они провели свое детство, дружат более 50 лет. Приезжают регулярно благодаря любимой учительнице русского языка и литературы Кларе Матвеевне Леонтьевой. Мы все праздники с ней всегда встречали и хоронили, и до сих пор вот сейчас мы с кладбища от нее приехали. А время. С русским языком каким-то образом связалась ваша профессиональная деятельность? Нет, профессиональная нет, но все равно связалась, у нас осталось, а у него осталось. Поскольку я всю свою жизнь считался самым грамотным специалистом, хотя я геолог. Да. Но когда я в университет поступал, я получил отличное защемение медной ошибочки. И попутно еще своему коллеге, который рядом сидел, нашел 22 ошибки. Пока он писал свое сочинение, я свое сочинение. Они на одном потоке. Я и стихи писал Кларе Матвеевне. Да. Помните хоть одно? Ой, ну... Хотя бы пару строк. А, ну это одно такое философски веселое. Я когда приезжал, приходил в гости, она меня кормила всячески, но простоквашей, грибами. И вот мы однажды отмечали один праздничек, там пили шампанское, а потом через года два я ей написал: «Нет лучше в мире ничего, чем сидя на крылечке вашем, бокал шампанского поднять, мечтать о простокваше». Очень хорошо душевно. А мы тоже так же праздник справляли, день рождения у нее, да. И это как ее муж нам блины жарил, да. И через форточку нам подавал. И мы под золотое кольцо на все Новоселье пели песни. Довольны и счастливы. Еще где это, разве забудешь? Не забудешь. Давайте. Мой добрый учитель, мне снова дорогу. Присядем, не будем о грустном молчать. И вот как всегда за порогом под сердцем кольнет. Я так не хочу уезжать. Видите, какие у нас мальчишки. У нас еще один, Петя Платонов. Он у нас вообще... Вот, Юра, расскажи. Это его... Мама с ним тоже с первого до последнего класса учились. Он со мной потом поступал в университет. Потом он из университета через два года ушел, пошел в армию, вернулся из армии, поступил в военно-механический, потому что всю жизнь мечтал о космосе. И сейчас он ведущий специалист, главный специалист в Королеве работает, сотрудничает и в Штаты летает, в НАСА, в Хьюстоне работает, и здесь работает. А где вы их таких сортовых набрали в Новоселье? Что тут особый воздух? Это Клара Матвеевна. Вот мы все, она воспитывала. Мы по 50 лет все дружим. Представляете, вот даже выпуск на 4 года старше она выпускала, и мы все с ними дружим. Все общаемся, и все время с бедами, с радостями мы все вместе. А это вот его жена Любочка, Юрина. Вот. Да. Так что у нас преподаватель фортепиано. С Когалыма привез ее. Представляете? Вот. И сейчас здесь, в Пскове, живут вот с нами. А вы сейчас в Пскове, да, живете? Да, да, да. Так что вот у нас все. Ну, после университета я уехал в Томск. В Томске проработал. Потом уехал в Когалым. В Когалыме 20 лет работал. Это откуда Собянин появился. У нас мэр был Когалыма, Собянин. А еще кто? Ну, Алсу певица. Тоже наш. Вы все по знаковым местам каким-то ездите, да? А ну, у нас жизнь здесь такая. У нас здесь такая природа, такое все. Он Юля, ее дочь. Она вообще осталась здесь, вот работает. Тоже у нее в Пушкине институт сельскохозяйственный. И вот как бы получилось, что вот все выпускники все от Клары Матвеевны перешли к ней, и она вот за нами ухаживает. Да, хотя она младше нас на 9 лет. Да. Вот. И мы все равно, вот сейчас только от нее идем. Династия Леонтьевых такая замечательная. А
вот когда вы были детьми еще, каким было новоселье? Что вы помните, вот кроме школы? Я могу сказать, что когда были детьми, у нас детей очень было много. Много. Детворы. Классы у нас большие. Катались на санках, на лыжах. Все было забито, занято. У нас же и школа сначала была одна, потом отстроили вторую. Была интернат третья. У нас был. В интернате мы жили. Я вот за 10 километров в Могутове, да, и мы в интернате жили. И много, даже до 70 человек нас там жило. Представляете, со всей округи сюда, в среднюю школу мы пришли. Вообще новоселье, оно как вот бы плодовитое. Вот сосед мой был там раньше, Лосевый. Он, один из них был генералом, а второй директор кукольного театра. Да. Так что у нас почти все, да, у нас все так это. В общем, я говорю, и дружные, мы все, вот самое главное. У нас учителя были замечательные. А почему новоселье называется новосельем? Это, ну, это уже не помним такого, потому что новоселье уже у нас было. Вот как у нас Могутово за 10 километров отсюда, откуда Могутово? Ну, вообще новоселье уже в Псковской тоже области, это штук 6-5, наверное. Да, что, вот и под Серёдкой там есть. От Цепельки недалеко есть деревня Новоселье. Здесь там новоселье. Совхоз новосельский был, сейчас убрали, да. Сейчас Лудоня. А какое-то предприятие здесь было? Нет. Здесь была типография, здесь был районный центр Новоселье было. Своя газета выпускалась. Да, типография была. Потом Струги перевели. Управление колхоза, колхоз «Колос» был, тоже большие. Здесь был хлебозавод, территории. Молокозавод был. Да, у меня льнозавод работала был. На молокозаводе, вот здесь вот за железом. Льнозавод был. Да, льнозавод был, здесь много было. Ну, это все вот так вот упало. Прекрасная пекарня была, мы туда, детьми нас туда водили, мы там хлебушек ели, нам заквасили. Даже на физкультуру, когда ехали, нам кинут хлебушек, мы придем, ох, как напьешь буханки теплого хлеба. У нас же здесь и клуб был замечательный, я там участвовал. Да, клуб огромный был, хороший. Ну, в плясках сейчас он действует. Нет, сейчас он при школе, вот Юля сказала, открыли клуб, но мы там закрыли, не были, да. Сейчас на новом месте МЧС. У нас вечера встречи все время проходили. У нас очень весело здесь. Вот я говорю, мы не потеряли связь вот с этим. Мы этим и живем, понимаете? Вот самое главное, что не потеряли связь. А чей, если это, конечно, частный дом или что это? Вот церковь высоко стоит, да, голубая? И также высоко там... Это баня такая красивая. Двухэтажная? Да, это у нашей одноклассницы Филипповой Тамары. Мы у нее сегодня... Наша одноклассница. Это баня двухэтажная? Это башня, да, с белыми балясинами. Да. Это было у батюшки. Была построена такая, да. И вот Атамулька, а у нее дом там, и она купила там вот эту. И теперь у нее вот, она говорит, выхожу утром, церковь рядом помолюсь, рядом ее банька, рядом все красота там вообще. Не трудимся тоже. Я думаю, да, там есть высоко. Трудится. Мы все трудимся. Сельские истории. Если вам, наши дорогие радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62-92-90, обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. Прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для жителей деревни Новоселье Строго-Красненского района. Я прощаюсь. До встречи через неделю. Все годы назад.
всегда будет в наших сердцах.